шақырдымы жолдар, айталмаған сезім сырларды. Күләсі бол астана, алып шалғай мекендерден, арман құлып келген біз. Жетеме, келер күндің дақтандары, сенімім бар жетем деген, келешек. Она сама отдала вам эту папку? А вы сказали, что это я просил эти документы? Она восприняла это почти весело. Салтанат сказала, что давно приготовила эту папку. Да, она хитра. Просчитывает все ходы наперед. А вы сами смотрели эти документы? Насколько они ценны для дела? Это ценные документы. Они на самом деле могут повернуть весь процесс. Я только не понимаю, какой у вас интерес в этом деле. Почему папка должна была попасть именно к вам? Что вы собираетесь с ней делать? Это вас не касается. Ваше дело было забрать папку, передать ее мне. Разве Салтанат не учила вас не задавать лишних вопросов? Да, Салтанат многому меня научила. Я в какой-то степени ей благодарна. Юлия, а вы давно работаете с Салтанат? Как вы с ней встретились? Встретились мы с ней почти год назад. Я ведь недавно начала адвокатскую практику. Мне нужен был опытный, сильный партнер. И я выбрала Салтанат. Про нее говорят, что в юриспруденции она знает все. И смотрю, слушаю. И вижу, что у вас вовсе не радужное мнение о Салтанат. Вы ведь ее ненавидите. Так почему продолжаете с ней работать? Вы врач-психолог. Вы многое видите. Вы заметили, что я не очень люблю Салтанат. И тем не менее, она очень яркая и талантливая личность. Я иногда просто поражаюсь, насколько ей удается держаться в самых разных ситуациях. Да. Салтанат всегда была такой. Но вы должны знать, что встреча с ней может оставить в вашей судьбе очень глубокий след. Вы этого не боитесь? Простите, что спрашиваю вас, доктор. Но мне показалось, что встреча с Салтанат для вас самого была очень болезненной. Это правда? Я не стану рассказывать вам об этом. Но вот что я вам скажу. Те, кто встречается с ней в жизни, могут потом об этом сильно пожалеть. А вы довольно близко подошли к ней. Я учусь у нее. Я предполагала, что общение с Салтанат может быть опасным. И вот теперь вы это подтвердили. И все-таки вы о ней заботитесь. Ведь в этой папке, как вы сами сказали, большая опасность для нее. Она не знает. Я ее предупреждал. Но только почему она продолжает оставаться на виду? Почему она не исчезла, как я ее просил? Вы просили ее исчезнуть? Мам,
прошло свидание с отцом? Как он? Все переживает свою вину. Мы с Гульжан пытались его переубедить. Мам, а нам все же удается сдвинуть дело. Надеемся на успех. Я верю, что мы на правильном пути. Слава Богу, сынок. Мам, хочу сказать, что очень полезной оказалась Юля. Я думал, что она просто шестерка салтанат. Но я чувствую, что она хочет помочь и очень старается. Да, Стан, будь осторожен. Я уже поняла. Часто за добрыми словами скрываются самые плохие намерения. Я уже никому не верю. Мам, что ты грустная? Что случилось? Люда уехала. А расстались-то, знаешь, словно навсегда. Она с Васей уехала. Вася. Он приехал и снова уехал? Да. Я была у Людмилы, когда он вернулся. Ой, он был похож на привидение. Я даже с ним поговорить не могла. Он все время молчал и вообще отказывался разговаривать. А что у них там происходит, а? Да я даже думать боюсь. Ведь Людмила мне стала вот сто раз хуже. Просила она мне позаботиться о Елене Васильевне, о Маше. А я, ну что я могу? Ты хоть зайди к ним, поговори с ним. Кстати, ты знаешь, что Инагуль тоже уехала? У нее тоже беда. Ее мама Гульнара больна, и она уехала к ней. И не знаю, вернется ли она или нет. Ой, вот не думала, что буду переживать за Айнагуль и Гульнару. Сердце сжалось. Знаешь, Буржан к ним очень привязан. Им будет больно знать, что у них беда. Тоже беда. Господи, да что ж это такое? Ну, кругом одна беда. Да. Уехала Люда. И на душе так пусто стало. Привыкла я все же к тому, что она всегда рядом. Я тоже. Когда она здесь была, я ее часто ругала. А теперь жалею ее. Елена Васильевна, Люда рассказала мне историю во Владивостоке. Что вы об этом знаете? Только то, что Володя рассказывал. Она со мной никогда об этом не говорила. Ты знаешь больше моего. Она сказала, что Володя спас ее. Это как? Что он сделал? Она тогда была очень больна. Он ее случайно встретил и привязался. А потом своим вниманием, лаской отогрел ее. Она хоть любила Володю, или она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним? Да нет. Она была от него в восторге. Но сама говорила, любовь у них была. А что теперь? А теперь он ради нее жизнью рискует. И она должна его оттуда вызволить. Я так понимаю. Ну зачем он туда поехал? С этим встречаться? Не знаю я. Ничего не знаю. Одни предположения. Но зная характер Володи, он решил защитить Люду. Вот и поехал. Но ведь это сумасшествие. Он буквально под поезд бросился. Но чего не сделаешь ради любимого человека. Значит, любит он ее так.
правы. Повезло нам с Людой. Любят нас мужья. Оба настоящие. И оба в беде. Бабуль, привет! Тетя Гриша, здравствуйте, я так хотела вас увидеть. Я сегодня встретилась с Гульжан, и мы с ней так много обсуждали кафе. Маша, да что ж ты весь день хочешь рассказать о Гайше? Ты ей так надоешь. Присядь для начала. Маш, не слушай Елену Васильевну, ты мне никогда не надоешь. Давай, рассказывай. В общем, я хочу, чтобы в нашем кафе постоянно звучала музыка. Классическая, народная, самодеятельная, всякая. Да, вот я тогда слушала Джона и вот тех ребят. Угу. Слушай, мне очень понравилось. Да? Угу. Ну вот теперь я хочу, чтобы любой мог прийти, спеть или сыграть. Любой? А если ему медведь на ухо наступил? Не хотела бы я там оказаться в это время. Нет, знаете, Елена Васильевна, я думаю, что это интересно. Пусть у любого будет возможность попробовать. Вот насколько я знаю, очень мало людей решаются вот выйти на сцену, что-то спеть, танцевать, там сыграть. Ведь для этого столько смелости надо. Да, я тоже так думаю. Да я даже когда самые маленькие выступления провожу у нас в антикафе, я все время волнуюсь и читаю по листку. Да и Вася тоже. И все равно у вас все хорошо получается. Я люблю к вам приходить. Ой, Машенька, мы всегда будем рядом. Если нужна помощь, ты говори. И на твои музыкальные вечера мы обязательно будем приходить. Продолжайте работать. У вас что? Другой жизни нет, кроме работы. В деле Бауржана есть какие-то странности. Я пытаюсь в этом разобраться. Скоро закончу и пойду. Я вам мешаю? Я не рассчитывала на ваше присутствие тут. И потом, зачем вы так глубоко копаетесь в деле Бауржана? Я вам сказала только мешать и оттягивать его. Вы там уже ничего не можете. И не должны делать. Но я так сочувствую им всем. Бауржан сделал массу ошибок, но он почти ни о чем не догадывался. Я хотела бы помочь и ему, и его семье. Так, знаете что, Юля? Я думаю, вам надо оставить это дело. Совсем. Ваше присутствие уже не актуально. И я порекомендую Гайше отпустить вас. И найду им более сдержанного адвоката. Ваше сочувствие в этом деле только мешает. Вы хотите меня уволить? Да. Уволить из этого дела. Но у меня к вам есть другое предложение. Я тут начала новый и сложный проект. И мне нужна помощь молодого и энергичного юриста. Но я не хотела бы это дело бросать на полпути. Это было бы моим поражением. А не хотели бы вы сейчас заработать значительные деньги? В деле Бауржана вам ничего не светит. Ваш гонорар там крошечный. Вы же сознательно шли на это, не так ли? А в моем проекте вы сможете по-настоящему заработать. А что за новый проект? Вы можете рассказать? Сейчас я должна
практически закрыть один очень крупный и хорошо поставленный бизнес. Хозяин выходит из игры. Его дела плохи. И меня попросили превратить все в наличность. Игры с наличностью очень опасны, насколько я знаю. А также очень и прибыльны. Можно за несколько лет заработать денег на всю жизнь. Мне нужна ваша помощь. Звучит заманчиво. Я знаю, что вы способны решать очень сложные вопросы. Что я должна сделать? Я нашла одного покупателя. У него очень много наличных. И он готов перекупить этот закрывающийся бизнес. Надо срочно подготовить документы. Вопрос всего в несколько дней. Я должна успеть. Цена вопроса очень велика. Я могу получить очень выгодные условия. Что я должна сделать? Маш, как я рад тебя видеть. Приходи. Садись. Хорошо, что ты пришла. Я с тобой хотела поговорить наедине, без Елены Васильевны. Вы за бабушку переживаете? Ну, конечно. Внешне-то она, конечно, сдержана, спокойна. Но внутри-то сломлена. Я это чувствую. И мне очень за нее тревожно. Я стараюсь быть с ней почаще. Она на работе спасается. Стала выходить на полторы смены. И меня с собой приглашает. Так что теперь я в кардиоцентре часто, на дежурстве. Вот. Боится она дома быть теперь. А в кардиоцентре-то кругом люди ходят. Да, я тоже так подумала. Поэтому ничего не спрашиваю. Просто делаю, что она просит. Она ночами не спит. Все что-то думает. Ходит, кофе пьет. Боюсь я за нее. Вот. Я думаю, ей надо чем-то занять, придумать что-нибудь. Я ведь маму Лену хорошо знаю. Если ее заклинило, все, ее надо спасать. Она ведь не железная. Тетя Гайша, а что мы можем придумать? Ну вот, я как раз хотела с тобой это обсудить. А если мы ее в кафе загрузим каким-нибудь занятием? А? Нет, не будет она кафе заниматься. У нее в кардиоцентре тело не в проворот. За нее там держится, никуда не отпустит. Так что еще работы не надо ее нагружать. Ну давай какое-нибудь другое занятие придумаем. Заботу какую-то. Ну, надо ее отвлечь. Тетя Гайша, да у нее забот полон воз. Не надо ей еще одну придумывать. Вот какая у тебя бабушка. Ни с какой стороны не возьмешь. Ну, а что же делать? Тетя Гайша, самое лучшее сейчас чаще с ней говорить. Она так много молчит, что мне кажется, у нее сердце лопнет. Вы приходите к нам, говорите с бабушкой. Да, но я же опять плакать начну. А ей, зачем ей это нужно? Иногда так полезно вдвоем поплакать. Я тебя не узнаю. Со мной говорит совершенно взрослый человек. Здравствуйте, Елена Васильевна. Уходите уже на работу? Да. Еще немного, и ты не застал бы меня дома. Что случилось?
новости принес. Не очень хорошие для тебя. Гораздо ты плохие новости приносить. Погоди. Дай сяду. Боюсь на ногах не устоять. Говори. А в общем, говорил я со знакомыми во Владике. Спрашивал, какие у них там новости. Да не тяни душу, говори. Дочь твоя приехала. Ведет себя хозяйкой. Страху на всех нагнала. Что? Хозяйкой? С чего бы это? Видимо, старая вспомнила. Говорят, что сам хозяин стелится перед ней. Вот уж чего никто не ожидал. В чем новости плохие? А не вернется она. Семью бросит. То есть отпустит с Богом мужа и сына. А сама не поедет. Что ты такое говоришь? Да не может такого быть. Сплетни это дурацкие какие-то. Не такая она. А ты думаешь, возможно такое придумать? Тебе-то оно что сказала? Не звонила. Никак не связывалась. Вот. Вот, видишь? Плевать ей на вас. Ей там теперь привольно и хорошо. Все к ее ногам бросили. Нет. Не верю. Фантазии это чьи-то грязные. Ну, думай сама. Я решил, что тебе полезно это знать. Шағылғымы жолдар, айталмаған сезім сырларды.